Жабовидная ящерица. К известным ее прозвищам относятся рогатка и рогатая жаба. Однако она не амфибия, а всего лишь одна из примечательных рептилий со странной стратегией обороны. Прибережем это на второе. Жабовидная ящерица питается в основном муравьями-жнецами, но каких-то особых методов охоты у нее нет. Когда колонна муравьев в поисках пищи пересекает путь ящерицы, она жадно поглощает их. Муравьи пытаются давать отпор, однако их жвалы малоэффективны против размеров ящерицы. И неважно, как отважно они борются. Но койот — это совсем другая история. Именно в этой ситуации ящерица использует свой собственный метод самообороны. Она выпрыскивает перцовый аэрозоль своего собственного исполнения. Тонкие кровеносные сосуды вокруг глаз под давлением разрываются, и кровь выпрыскивается на нападающего. В дополнение к фактору неожиданности, кровь содержит химические вещества, отпугивающие псовых. С чувством отвращения, избитый с толку, койот отправляется во свояси, оставляя ящерицу поджидать еще больше муравьев.